Ну что, друзья, так и не дали мы немного отдохнуть вам. Группа Волощука СД вновь отправляется в поход. На этот раз летим в Арабию. Уж вы не обессудьте. Будем рассказывать, как там народ в Арабии живет. А заодно мы очень честно вам расскажем, как привечают там русских туристов и рок-звезд. Чем кормят, поят, на что спать кладут, мы все покажем. И развлекают чем и как, докладывать вам будем прям с колес. Так, а ну-ка, что тут за номерок? Посмотрим, уважаемые любители рок-музыки. Конечно, встреча была достойнейшая. Только так и встречают настоящих рок-звезд из России. 2 часа 15 минут в аэропорту нас торжественно встречали, проверяли все как положено. Потом 35 минут они торжественно выписывали нам пропуск в номер. Ну, согласитесь, что это достойно. А теперь, наконец-то, запустили нас в номер. Но тут я хочу отметить их расторопность какая. У них заселение, как обычно, во всех отелях в 3 часа, а выселение в 12. Но они пошли нам навстречу и заселили нас на 3 часа раньше. Вот так вот. Вкусно покормили завтраком. Так что мне это уже понравилось. Теперь хочу посмотреть номер. Давайте смотреть. Сразу же на входе хороший шкафчик с банными халатиками. Все как положено. С тапочками, с гладильной доской, с утюгом. Все есть. Но зеркало на выходе это обязательно. Натя. Оделся, приоделся, приобулся. А тут подошел, проконтролировал, как ты выглядишь. И вперед за удовольствием туда, в ту сторону. Так, слева я смотрю. Но тут санузелок с биде, видите? А вот тут, если ручку в эту сторону откатить, военно-морской душ мой любимый. Когда не нужно залазить в ванну. Классный, гляньте, высокий, широкий. И шампуньки не пожалели, видите? Большие баночки. А то ставят такие, знаете, мензурки, обычно манищенькие. А тут крупные, тут не пожалели. Не пожалели. И обратите внимание, какое прекрасное зеркало. И медный умывальничек. Но это специально для роскоши. И самое главное. Гляньте, какая ванна. Ну, царская, царская. Царская, это не ванна, это целый бассейн. Но я сейчас продемонстрирую прикол самый большой. Вот он я. Вот он я, из спаленки. Можно открыть и любоваться, как твоя любимая женщина наслаждается в пене морской. Ну, либо наоборот, она наслаждается тем, как ты там в пене морской лежишь. О! Еще один шкафчик, а ну-ка, замаскированный. Йо! Ну тут, вы поняли, это для рокера первое, что нужно, чтобы деньги-то заработанные на гастролях. На арабских тут, говорят, много платят арабы за корпоративы, за всякие. Вот, вот, вот сюда их, мульоны, сюда. Ну и есть куда разложить носки с платками и с трусами. Есть, хватает места. И, но тут в полный рост можно посмотреть. Посмотреть, как твои шузики смотрятся на выходе. Там портрет, вот в том зеркале, вот в том. А тут вся, вся твоя натура, вся, включая обувь. О, как вам мусорное ведерко? Бросить туда что-нибудь. Такое на выходе или на входе бросить, чтобы без руки освободить. И вот она, святая святых, спальня. Ну вот, видите, что здесь хорошо. Опять-таки, сервис. Пока мы там завтракали с утра, они нас угощали яствами своими восточными. Они закатили сюда чемоданчики, поставили аккуратненько. Все на месте. Так, тут опять зеркальце. Так, а ну-ка, что здесь они припрятали? О, холодильничек, видите? Набитый всяким добром. Водичкой холодной, пепси,
водкой, чиво с ригалом, все есть. Вот так. Видите, какое? Ну, здесь разные. Ух ты, это, и тут что-то есть. Всякие орешки, видите? Ну, незаменимая еда всех рокеров. Тут на месте она, видите? Спрингл. Это просто незаменимо на гастролях, ну согласитесь. Ну, остальное конхветы и всякие орехи. Все есть. Все есть. А вот тут. А ну. О, тут есть даже ведерко для льда. А там лед есть в коридорах. Можно пойти набрать. Лед. Чтобы в шампанское, ну, либо в воду ледику кинуть. И. Видите, все есть. И кофе тебе готов. Все, что хочешь. Все есть. Все есть. Чайник. И, если вы обратили внимание, есть потайная дверь. Это очень важно для любого предпринимателя. А я же бывший предприниматель. Помните, вовремя отвалить, когда оттуда кто-то ломится. Это дверь в соседний номер, где расположены другие участники рок-группы Волочука СД. Поэтому нам такой номер взяли Connect. Вот тут она. Вот тут. Так что будут под надзором. Я в любой момент могу зайти и сказать, а ну что вы тут творите? Чему не репетируете? Почему не отрабатываете новую восточную вещь? Я же намерен здесь сочинить восточную вещь. Как вы думаете, получится мне или нет? На Мальдивах получилось раги, ямайское такое. Вот. В Питере, если вы помните, получились аж целых две песни. И про Питер, и про рок-музыканта, которого отправили в Сибирь вместо Грэмми. Ну а здесь я намерен сочинить восточную. Я ее тут и сниму, на крайний случай. В восточных антуражах. Вот так бы я сказал. Ну потрясающая постель. Гляньте, как убрано, все красота. Все. Расшитая подушечка, все отлично. Светильнички. Тумбочки в восточном стиле, все, орнамент. Мухаммад Сакр лично обращается, менеджер-директор, к моему продюсеру, не ко мне, меня за человека не считают, рокера тут за людей не считают. К продюсеру обращается, дорогая Елена Волощук, добро пожаловать в Джумейра Забль-Сарай. Вот что он говорит. Но обидел Волощука, да, обидел. Он еще не знает, что в России это самое главное не продюсеры, а самое главное рок-звезды. Обидел, ну что делать? Но я ничего, я переживу. Но великолепный туалетный столик. Он же письменный. А мы взяли с собой маленький компьютер, потому что я буду готовить одну вещь. Вы будете смеяться. Но я все-таки не расстаюсь с надеждой завершить книгу свою о том, что же такое рок-музыка, ее критериальные каноны и отличительные особенности. Буду вот тут сидеть. Готовить для вас. Ну а что делать? Но вид, конечно, царский. А вид на Персидский залив, на город Дубай и на вот эти острова, которые являются лепестками, вернее, листьями пальмы. Каждый остров – это часть пальмы, которая первая в мире, насыпная такая пальма, состоящая из островов, ствола и островов. Вот этот отель тоже находится на одном из островов, который представляет собой пальмовый лист. Здесь, видите, частные виллы, которые продаются за миллионы долларов на вот этом острове. А вон, видите, вдали знаменитый отель «Атлантис», в котором посредине отверстие в виде купола мечети. Чем он знаменит? А он знаменит тем, что там 4 раза отдыхал рокер Волощук СД. А почему отдыхал? Да потому что нравится нам этот отель. Там великолепный аквапарк, куча ресторанов. Там я впервые познакомился с рестораном Набу, которых 2 в Москве. Вот такой рыбный, вот такой японский Набу. Роберта Де Ниро и повара Набу японского. И чем еще хорош? Туда прям подходит поезд. Дорога проложена под заливом. И самое главное, они туда формируют целые самолеты чартерные. То есть ты погружаешься в самолет, больше от тебя ничего не требуется. Там уже тебя зарегистрировали, уже ключи от номера выдали. Все, ты прилетел, тебя сразу в этот отель загрузили, и там все классно. Но этот отель, говорят, что еще круче. Царский, такой эмирский, эмиратский.
Ну вот, видите, внизу, внизу бассейнчик. А, как вам? Какая красота, огромный, огромный. И что здесь отрадно, опять-таки, но не толпятся люди. Народ не толпится. Не нужно расталкивать локтями толпы отдыхающих, трудящихся. Вот так бы я сказал. Далеко буйки, видите, в океане. То есть можно поплавать чуть-чуть. Хорошо. Море бирюзовое. Отлично. Цвет великолепный. Ну и видите, что-то там строят тоже такое грандиозное. Рядом с Атлантисом. Живые цветы. Живые растения. Все это, конечно, добавляет красоты, запаха. Ну и отдыхать можно, видите, присесть, отдохнуть. Даже пепельница есть. Слава богу, что я уже бросил курить как 20 лет. 30 курил? С 12. Я потом как-то вам расскажу, как меня брат старший учил курить. И потом в 42 я завязал с куревом. Но тут все есть. Все предусмотрено. Пойдемте еще раз на номер посмотрите. А то, видать, забыли уже. Мы же по приезду его показывали. Пойдемте. Вот видите, тут специальное устройство, чтобы свет был. Убирают ежедневно. Даже два раза в день. Второй раз приходят еще вечером. Ну, как положено, все заправляют, все кладут всякие цветочки. Хочу и обратить ваше внимание на следующую вещь. Вот хорошая зубная щетка, ею пользуются, ну, стоматологи рекомендуют. 3 месяца, не больше. Попользовался, потом ее выкинул, новую купил. Здесь каждый день приносят новую зубную щетку. Новую, запечатанную. А зубная щетка великолепная. Покажу сейчас. Вот смотрите. Прекрасная зубная щеточка. Средней жесткости, которая 3 месяца послужит легко. Но они приносят каждый день новые. Видите, запечатанные каждый день. Меняем, а куда деваться? Надо же привыкать к звездной жизни. Уважаемые любители рок-музыки. Но красота, а? Восток, восток, самое настоящее. Красотища. Ну и вот этот знаменитый водоем. Я вам его показывал. Но вы еще не видели меня, как я там плещусь. Видите, вот эта громадная ванна. Сегодня я туда напущу водички, туда пенки запущу и оттуда вам дам интервью. Завершая рассказ об этом номере, в этом отеле, в этом прекрасном номере, восточном, я, конечно же, обязан, просто обязан, я не имею права вам не показать вот этот бассейн под названием ванна, который здесь сделан для удовольствия посетителей, туристов. Вот Волощук СД, как настоящая рок-звезда, решил набрать ванночку с утреца и освежиться в теплой воде. Ну как вам? Как вам звездная жизнь? Как вам райдер Волощука СД, который ему предоставили арабские шейхи, узнав, что приезжает русская рок-звезда? Вот тут нахожусь и поэтому делаю выводы, что надо нам что-то, ребята, перестраивать в нашем шоу-бизнесе. Рокеры должны зарабатывать много денег, а то у нас попсовики все зарабатывают. Мужики, хэви-метал попсари, пошансончики и уважаемые любители рок-музыки, надо что-то перестраивать. Надо поднимать рок на новые вершины, чтобы именно рокеры зарабатывали огромные деньги и вели звездный образ жизни. Ну, как Волощук СД. А то один Волощук СД вырвался наверх, а остальные там где-то внизу бегают. Ребята, не отставайте. Давайте вместе формировать рок-олимп наш русский. Пойдемте подведем итоги по этому номеру. Ну, что я хочу сказать. Да, Атлантис крутой отель, но это царский, здесь роскошью пахнет во всем, в коридорах, в номерах, в фойе в огромном, в этих люстрах потрясающих, помпезных, не здесь, а там, везде, в фойе, в коридорах, люстры такие красивейшие, хрустальные, все это напоминает Турцию, напоминает Восток. Почему Турцию? Да потому что проектировали отель турки под себя, потом они его продали арабам. Поэтому вот здесь Османской империей пахнет. Вот чем тут пахнет. Роскошью этой восточной. Так что вот такой вот номерок.
Я думаю, что под стать рок-звезде русской. Русские рок-звезды только в таких номерах и должны жить. Как вы считаете, уважаемые любители рок-музыки? Я жду ваших комментариев там под этим постом. Всем рокерам огромный привет! Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.